Известно, что ЛГБТ-пропаганда набирает ее обороты. В Румынии и Канаде церкви выступили против ЛГБТ-пропаганды, передает Бог Ньюс со ссылкой на CBN News. Румынские церкви вышли протестом против ЛГБТ-пропаганды. Пастор Тодор Питан из Альфа Омега ТВ рассказал о конституционном референдуме в защиту библейского брака. Румынские избиратели будут голосовать по этому поводу в ближайшие дни. А в Канаде на историческом мероприятии более 300 христианских пасторов выступили против соги учебного плана по сексуальной ориентации и определению пола, который используют в общеобразовательных школах. Христианские лидеры говорят, что это вредит детям и учит не библейским взглядам на сексуальность. Пасторы выступили против него, подписав христианский договор Западного побережья.